Меньше 10% зерновых и зернобобовых культур осталось убрать в этом сезоне аграриям Мордовии. Такие цифры опубликовала на своем официальном интернет-портале Министерство сельского хозяйства и продовольствия нашей республики во вторник утром. При этом валовый сбор этих культур уже вплотную приблизился к результату, которого удалось достичь по итогам всего прошлого агросезона – 1 700 000 тонн. И это еще не приступали к уборке кукурузы. Осталось 25 тысяч гектаров зерновых культур, это без кукурузы. И есть надежда, что мы как раз приблизимся к тому рубежу без кукурузы, прошлогодний рекорд, который, значит, был. Вот. Поэтому, значит, идет в штатном режиме. Сейчас немного у нас погода тормозит, но, в принципе, уберем все равно вовремя, думаю, что без потерь. Убирать кукурузу на зерно в нашей республике, по оценкам профильного министерства, начнут еще недели через полторы. Сейчас же набирает обороты уборка сахарной свеклы. Пока из без малого 23 тысяч занятых ею в текущем сезоне гектаров убрали меньше 10%. Накопать успели почти 67 тысяч тонн. Сейчас в среднем каждый гектар, занятый этой культурой, дает почти 446 центнеров сырья для единственного в регионе переработчика – завода «Рамаданова сахар». Пока первые гектары показывают, что урожайность к уровню прошлого года выше. Сахаристость на уровне прошлого года идет, а урожайность выше. Тоже есть надежда, что все-таки больше у нас валового сбора будет и больше будет сахара. Возвращаясь же к зерновым, тоже следует сказать об урожайности. Она существенно превышает прошлогоднюю. Отсюда вполне обоснованные надежды завершить сезон на мажорной ноте. По зерновым урожайность на сегодня 47 центнеров с гектара. Если сравнивать с прошлым годом на этот период, то идем на плюс 5 центнеров к уровню прошлого года. Поэтому запас есть. По уборке, значит, запас гектаров тоже есть. Поэтому есть все-таки надежда на новый рекорд, который в республике еще не было. Когда-то давно так говорили о показателе в 1 000 000 тонн зерна, потом эта цифра стала привычной и целевой планкой ставили показатель в 1,5 миллиона. Теперь же очень осторожно и почти шепотом мы имеем основание говорить о новой цифре. Но если с кукурузой меньше, думаем, что ближе, боюсь называть слово, даже ближе к 2. Павел Степаненко, Павел Толобаев. Наши новости.